Всем привет, друзья! Опять попала в подводную сказку. Это аквариум моего давнего клиента. Много лет уже есть возможность заскочить и понаблюдать за тем, как меняется аквариум, его концепция и обитатели. Так бывает, аквариумисты всегда ищут что-то новое, иногда останавливаются на чем-то, но иногда взгляды меняются, все переделывается, иногда глобально. Аквариум внешним объемом тонна. Необходимы были небольшие стайные рыбки, не сильно яркие, но которые подошли бы к данной композиции. Выбор пал на тростниковых тетр или тетры-элахисы. В природе они обитают в Южной Америке. Они водятся там, где в толще дна копаются коридоросы-хастатусы. Корики поднимают муть, тетры подбирают всякую вкусняшку, которую взбаламутили донные рыбки. В природе тетры элахис вырастают до 3 см максимально, в аквариумах обычно до 2-2,5 см. Здесь рыбки выросли крупными, почти до 3 см, потому что объем аквариума это позволяет. Самочки чуть более округлые, немного покрупнее. Самцы изящные. У самцов на брюшном и спинном плавнике чуть удлинены лучи. Поэтому иногда они танцуют перед самочками. И видна их неброская красота, но все же с каким-то изыском. Рыбки пугливые, именно это и позволяет им формировать стайку. Они перетекают как будто ручейками.